Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим, Кирилл Геймер, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Ребята, наконец-то вышел пак на Monstrous Poppy Playtime Chapter 3. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор на крутых монстров. Погнали. Catnap. Я буду в них вселяться и показывать, что они умеют. Ну и досмотрите до конца, потому что в конце мы их всех поставим и будем с ними жестко воевать. Так, он как-то медленно ходит. А ну-ка. Он же большой. Я могу убивать? А да, это тоже убивает. Отлично. Двоих сразу было бы классно, если мог убивать. О, пойдет, мощный. Классный скример? Да. А ну, я сейчас в него выселюсь и хочу посмотреть, какой у него скример. Давай. Так, вот теперь NPC ходит. Это я. А это ты? Убивай меня. На. Это было мощно. Нифига себе, у него хвост, как змея какая-то, когда ты идешь. А ну иди вперед. Вот такой длиннющий у него. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Discord, пообщаемся. А ну выселись с него, давай посмотрим, как воюет NPC-шка. Он медленный. А может его может загреть, если чуть стрельнуть в него, не? Вот это он стрёмный. Ладно, давайте мочить его. Потому что еще впереди классный монстр, мы должны всех увидеть. Так быстро умер? Ну и ладно. Ну да. Catnap Nightmare. Ого! Звуки классные, да, издает. Музычка пошла. О, а когда убивает другой, видите, встает? Так, у теперь я за него похожу. Скример. Другой? Ну точно такой же, как у фиолетового почему-то. Ну видно, еще не доделали, потому что они вышли сегодня. Ребята, записываем всегда самые свежие моды. Поэтому обязательно колокольчик лупаните, чтобы не пропускать. А, вот, да, теперь я увидел. Ой, двоих я сразу? А я нажал один раз, кстати, удар. Как это работает? Ха-ха, ты прикольно хвостяра у него. Вот это пощуха у него. Вот это он мощный. А ну-ка меня. Да, скример от первого NPC-шки остался. Ладно, давайте мочить его. На шею он будет ломать. А это мы потом проверим. Dog Day. Собака. Собака Кусака. Хи-хи, прикольно ползает. Ладно, замочи меня. Смотрите, половину собаки нет. Да блин, дай вселюсь тебе, морда ты собачья. Это что, оторвало ему полтуловища? Так, теперь я в нем. А прыгать не могу. А по стенам они могут лазить? Давайте проверим. Вот это мне даже интересно. Не, по стенам не. А какие-то же должны лазить вроде бы монстры по стенам. Потому что там есть в игре такая штука, где они лазят. Это я звуки издаю конченые? Да. Да. А вот музыку могу сделать. А как я эти звуки издал, мне интересно. Ладно. Мочите его. Но жизни у них мало, я уже это понял. Да, совсем мало. Получается где-то 100 хп, как обычно выносится. Ну, больше, мне кажется, 200. Ваги-ваги, хелекуки. Там, короче, не написано, я не знаю, что там написано. Воу. Ого, он сожрал тебя. Воу, вот это мощь. Пока же самый крутой скример у него. Да, самый классный. Смотрите, смотрите, как руки сделаны. Это рассчитано, что нужно по узким коридорам лазить. Не, ну очень быстрый. Анимация на высоте, ребята, оцените этот вообще от 1 до 10 монстров этих. Я даю 10 пока что. Че, боитесь, пацаны, разбегаете все, да? О, может он по стенам лазит? А, я не успею. Уже тут все настрал он своими какашками. Ну-ка. Давай. Я вселился. А, я не смог, ты вселился. А ну на правую кнопку мыши. Не, он не хочет. Значит, они не лазят. По идее, должны. На те. Вот это челюха у него стрёмная. А, не, больше 100 хп у него. Потому что это сразу много отнимает арбалет. Сотку хп точно. Может, у них жизнь у всех по-разному? Может такое быть? Может. Мисс Делайт. О, если отвернуться, она будет за нами идти. Вот отвернитесь. Ай-яй-яй. Я не отворачивался. А ты близко подошел, когда близко подходишь, она мочит. Давайте ее рассмотрим. Что у нее в руках вообще? Какая-то штуковина стрёмная. Это а ну. Ёршик. Ха-ха, посуду мыть. Отворачивайтесь, пацаны. Блин, ну жесткая, ну-ка. Да-да-да, я увидел, как она ходит. Вот давайте в нее вселюсь, посмотрим, как она вообще. А, вы пока смотрите, не могу двигаться. Вот иду. Еще рандомно может застывать. То есть не заскриптовано, всегда по-разному. Ха-ха-ха, классно сделано. А я могу на шифт быстро бегать? Давайте проверим.
Не успел на тебе ёршиком по башке туалетным. Ну, у нее какая-то штука с гвоздями, видите, в руках? Да. Это не гвозди, это карандаши. А, это карандаши, точно. Это линейка, походу, с карандашами. Линейка с карандашами. А ну, подойди ко мне близко, могу тебя так убить, если я буду за него играть? А, да, убивается. На. Сразу двоих. Один удар и два трупа. Это классно. Хорошо. Шар Air 2. Убил ее сразу. Такс. Smiling Critters. Ну что это за челепиздрик маленький? А че он за тобой наперед ходит? Ого! О-о-о, на хвосте может прыгать! Давайте я в него вселиться. Блин, я не. На тебе. Да стой, стой, я не то. Я не то нажал. Хочу в него вселиться. Эй! Да я ж не хочу идти, че он ходит? А, можно и передом? Раны. Так, пробил не работает. Это, наверное, Баку не должен так убивать. На хвост встает. Да, шифт у него не работает. Медленно ходит очень. На. Так, теперь я хочу посмотреть его скример. Да куда ты идешь задом? Да я тут. Ну. На ух тебе. Ты, блин, а что у него во рту? Пуговица какая-то или что это у него? Микрофон. А, микрофон? Микрофон. Ну, давайте рассмотрим. Да, блин. На расстоянии убивает. На какой-то там динамик или микрофон. Не, это... Нажимаешь ему на живот, и это звук... Рикошет. Обстоятельства. Так, ребята, у нас еще один есть пак. Poppy Playtime Extras. Бокси Боу. Ох ты, прикольно. О, он в Project Playtime есть. Ну да, я хочу просто сегодня всяк посмотреть. Чтоб люди знали, какие смотры в этой игре. Стремные. Убивает всех на своем пути. Слышь ты! Морда коробчата. Ай, блин, хотел вселиться в него, не успел. Получается, сам себя убил, в это время я вселялся. О, теперь я за него играю. А если на меня подойти и Е нажать, ну нажмите, будет коробка крутиться или что? Такое работает здесь? Не. Не. Смотрите, как сделана текстура, я даже вижу волохню на голове у себя. О, у него внутри пружины во рту прям. Двоих сразу, класс. Так, он бегать быстро не может. Я еще когда хожу, чуть-чуть скрип издаю, слышишь? Да. Пружины заржавели. А ну, может, я могу лазить? Блин, было бы классно, если бы монстры могли лазить. Мы могли бы тогда очень классные ролики записывать с ними. Ребята, вы смотрите следующий ролик, потому что мы с ними сделаем выживание. Ага, смотри, шар его не убил с одного раза. У него жизни больше. О, так это уже факсов, видите? Ну да, на один хп больше. 200 патронов выдержал. Хаги-ваги. Классически. О, пошел. А, ну-ка давай меня. Ам. Ты обжора, слышишь? Прекращай. Он, кстати, быстрый. Да, ну реально быстрый. Быстрее, чем те. О, давайте попробуем. Блин, хотел залететь. Может, он может по стенам лазить? Ну что-то похоже, как будто может. Вроде бы нет. Мочи, мочи, Максим. Отстань, жопа. У него, кстати, жизни очень много. Да, даже шар отскочил. Что, он за мной пошел? О, давайте проверим, сможет он спрыгнуть или нет. Он может спрыгивать! Да. И кулаками бить. А блин, твой пулемет вообще какой-то читерский. Так, мами. Long legs. Мама длинные ножки. Во, она может лазить по стенам. Во, я же говорю, что я помню, какой-то мог лазить. А ну давайте все наверх зайдем сейчас. Посмотрим. Нет, она обходит. Просто она ищет легкий путь. Ай, не, я не ее хочет силу тратить. Так, я сейчас, короче, отключу искусственный интеллект, в нее вселюсь, и мы посмотрим, может она лазит или нет. А ржет как дурочка. Не, не лазит. На правую кнопку мыши обычно лазит. Что? Как-то орет она, да. Я хотел еще этой звуки поиздавать. Прыгать не может. Была в классе, если прыгала. На! Ай! Давайте, мочите ее. Да, блин, не успел. Последние слова. Я тебе спас жизнь, понимаешь? Да. Так, ребята, еще есть вот такой у нас пак вот. А, это просто маме Long Legs, только с другого пака. Ого, она по-другому убивает, вы видите? А ну меня убей. Ух ты, блин. Представьте, в реальной жизни такого встретить в переулке темном.
Я бы обосрался. Жесткий монстр. Как в нее попадать? Даже не понимаю, где у нее хитбокс там. Между лап будет пролетать или нет? Ой, Максим, у, как? Обстоятельства. Я двоих сразу убил, от тебя чисто отлетел в Кирилла. Так, у нас еще есть вот такие хаги-ваги. Не. Не, уго, у него слюни вонючие во рту. Че, голову откусил, что ли? А, не, мне показалось. А было бы классно. Блин, он уходит. А, блин, не могу колени попасть. Вообще не знаю. Что? И вот такая у нас еще есть хаги-ваги. Крау. Ох ты! А, он по вентиляции лезет. Ну да-да-да, и звук такой, слышите? А, ну как у него скример? А, такой же самый. Так, ну что, сейчас будем делать войну, как я обещал. Мы сейчас поставим всех этих монстров и будем выживать. Так что, ребята, сейчас будет весело. Ставлю каждого по одному. Но я думаю, это будет не сильно сложно. Это будет очень жестко. Готовьтесь, пацаны. Они между собой драться не будут, надеюсь? Не знаю. Потулочка пошла. Так, я наверх сразу залечу. Ну что, вы готовы? А, давайте подождите, да. Я себе оружие тоже возьму. Так, М9К, снайперка нет. О, мой любимый дробашева. Ну что, поехали. Ой, ого, аж подвисло немножко у меня. Музыка эпичная, блин, пошла. Что там, Максим? Так, я почти постараюсь пока весь повыживать. Почти проиграл, я видел. Так, двое. Так, пока мест никого нету, можно быстренько эту замочить. Есть. А, они быстрые! Блин, я не хочу от них выживать уже, что-то я их боюсь. О, можно потом делать, ребята, выживание с низкой гравитацией. Это будет эпично, кстати. А, они через двери пройти не могут. Они толстые. А, забираю свои слова назад, блин, испугался. Ты что? Вы психи, что ли? Вот идет. Ай, не попал. А! Да убил. Так красиво, красиво ты это сделал. Нет, последний, вон еще одна. Где? Где? Застряла в дверях. Я убью сейчас своим шаром. Бум. Так, ну что, давайте сделаем последний тест, мы просто сбросим на них бомбы. Как ты думаешь, с одного взрыва они умрут или нет? Смотря, если одна бомба, то не все. Одну. Ну, мне кажется, выживет хаги-ваги. Ну, давайте проверим. Так, ну что? Запускаем по старой схеме SC-1000. Чисто по центру. Так, улетаем и наблюдаем. 3, 2, 1, взрыв. Так, всех! Ты угадал! Максим, да. Как ты угадал? Я просто молодец. Да просто, мне кажется, бомба далеко взорвалась. Ну там радиус плюс-минус пару метров никак не влияет на урон. Ну да, она отскакивает далеко. Ну все. Больше нет. Получается, шкатулка и хаги-ваги самые крепкие оказались. Монстряхи. Да. Ребята, если вам понравился этот пак монстров, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ты что там кинул? И сейчас компьютер дым пойдет. Вы психи.